Триумфаторы. Только так можно назвать команду Мытищинской спортивной школы Олимпийского резерва по плаванию. У каждого из сборной по несколько медалей, а в общей сумме их 40. Превзойти такой результат на 17-м международном турнире имени Цезаря Пиарковского в Польше не смог никто. Мытищинские пловцы – лидеры общекомандного зачета. Поражает не только количество наград, но и их качество. 10 талантливых спортсменов привезли с собой 7 бронзовых, 12 серебряных и 21 золотую медаль. Воспитанница спортивной школы по плаванию Елизавета Нагаева добавила в свою копилку 5 медалей, 2 из которых высшего уровня. Мы получили новые эмоции, новые ощущения. Все-таки выступать за границей – это новые эмоции, новый опыт. У нас было много тренировок. Готовились усердно. Утром плаваем и вечером тренируемся. Также у нас зал. Спасибо тренерам, что они нас так подготовили. Там Ковшикова Татьяна Владимировна и Любинцев Сергей Викторович. Они нас верят и настраивают нас на победу. Сразу 6 золотых медалей и 1 серебряную привезла из Польши Кристина Чеченина. Вместе с Елизаветой спортсменка участвовала в комбинированной смешанной эстафете. Я очень старалась на этих соревнованиях и делала все на тренировках, чтобы показать результат. Дальше только больше. Сейчас я пока кандидат мастера спорта. Конечно, в дальнейшем мастер спорта и чемпионат России, и высшие чемпионаты мира, Европы. Олимпиада. Выступление в другой стране – удивительный опыт, позволяющий приумножить спортивное мастерство, а еще найти новых друзей. Наша команда принимает участие в турнире ежегодно. Спортсменов из города-партнеров в Плотске встречают с размахом и всегда стараются удивить. В этот раз мытищинцы были приглашены на официальный прием в администрацию города, посетили зоопарк, познакомились с историей Плотска и побывали с экскурсией в Варшаве. Теперь наших пловцов ждут новые цели и задачи. И, конечно, много тренировок. Анна Мусалекина, Кирилл Тридуб, Константин Химичев. Информационная программа «День».